песня старая, написана, напомню, в 83-м году. Ее все приписывают Борису Гребенщикову, но это не так. Музыку к этой песне, вернее, просто музыку, которая вышла на пластинке в году 75-м. В Советском Союзе называлась «Людневая музыка 15-го или 16-го века». Композитор Владимир Вавилов написал эту канцону. Поэт по призванию, физик по образованию Андрей Волконский, услышав эту музыку, по его выражению, под божественный диктат свыше за 15 минут написал это стихотворение. Оно называется «Рай», и начинается оно со слов из Святого Писания: «Над небом голубым есть город золотой. Рай». Так светил взор незабываемый.